Так. Ну вот первый, по-моему, не настоящий. Сегодня 28 октября, 2019 год. Синей. Снова. Не снова, а опять. Павлик, тебя не снимать, да? Да. Давай. Этот. Там еще один зал. Да, да, вот я тебе говорю. Знаешь, сколько он? А, он весь, не так и дорого все. Английский парашютист. Редкий ножичек. How much for parachute? Он твой 170. А, нет, нет, это понятно, что это. Спроси, что это у него. Самое. What is it? Тут вот пилот. Америка. Ингланд. Бритиш. Пилот. Они 50. Пилот о парашютер? Пилот. Пилот. How to fix it? А, двойной замок. Открывается. Thank you very much. Voilà. What is minimum price? 100. Down. 100. Same. Пошли. When it was made? Where? Germany or Belgium? This is Deutsch. Germany. Germany. Jakischwader. Это Рождество 43-го. This is Jakischwader here. It's original made in the Second World War. Yeah, yeah. Yeah. This here. Jagdgeschwader 27 in Afrika. So hier. Beats komplett. Was ist 42 und 43? Ja. Das sind die Staffelwappen. Ja. Von den Jagdgeschwader. Hier, Moment. You want to sell in komplett? It's complete. One by one, no? It's complete, complete. On this, go, complete. Yeah, yeah. How much? 230. 230. Uh-huh. Скажи спасибо, пошли. Так, сейчас вот это посмотрю. Just a moment. Yeah. Сотка, я думаю, можно дешевле. This is for Krim and Japan. Бери. А не знаю, сколько она стоит. А, забей интернет и все. А ты можешь посмотреть? Да. А, вон за стрельбище, смотри, какая колодка хорошая. Говорите по-русски? Да. Давайте я вам переведу. Да. Il veut m'acheter, mais il veut que je lui fasse un papier. Фактуру. Но, il est pas, il veut la facture, parce que avec ça, il peut traverser les... La frontière. Ah, j'ai compris. Mais moi, j'avais la facture, pas... Ouais, mais je mets, il veut mon nom et mon numéro de téléphone. То, что, что я не украл. Будет контроль в аэропорту. Parce que à l'aéroport, il aura le contrôle. Et il lui faut la preuve comme quoi il n'a pas volé cette pièce. Ah. Oui, mais d'accord. Mais moi, je ne veux pas lui faire une facture. Он частник. Ага. Он может выписать фактуру, чтобы себе оставлять цель. 1860, c'est un revolver 30R. 30R, T-R-A-N-T-E-R. Regarde. 30R. T-R-A-N-T-E-R. T-R-A-N. T-E-R. T-E-R. Numéro. Numéro. La percussion, tu marques. La poudre noire, tu mets Igor. Parce que c'est libre. Примерно так и закончилось.
сделка. Фактура для контроля ворот. Японцы торгуют. Ну, у него выбор хороший. Держит марку. Ну, ничего особенного, не особо интересного. Он ремней. Фигово, тьма. Да? Вон ресторан, вон все сидят, кушают уже. Может, здесь пройдемся? Давай, нет? Конечно, пошли. Давай. Я все равно пойду еще раз ходить. Да? То есть будешь еще раз ходить, да? Вон народное окопное творчество. 25, ну смотри, недорого это вообще. То есть, а дудки. 65, 45, 70, 65. Вон, смотри, какая нарядная. Павлик. Пятьдесят. Полковые эти порошки, имеем в виду. Потому что оригинальные это же надписи. Не знаю, у меня сомнения. В общем, речь такие Egyptum de Rafael. Я находил. А. Вот такие ни разу. It's original. Yes. But it's not printed, it's inside. Ага. То есть он говорит, в глазури сделан. То есть когда начинаешь мыть. Это глазурь, он видит, что тут. It's in Lazaret, in Chihai. До срейха тут одного достаточно. А, вон эти, кружку-то лазаретовскую. Ну да. Тоже сомнения, да? После войны. Котелок полковой. Я тебе рассказывал, как мы нашли первый крепостной кронштадтский артиллерийский полк, ручка отчаяния. Есть ли вообще в этом смысл, да? Ну вот, польский стол. Nic nie trafiłem. Nic ludzkiego nie kupiłem? Znaczy sobie, kupiłem, ale takie wiesz, co już mam na zasadzie, żeby obdarować na rok. 14, Gatsho? A? Gatsho 14. Nie wiesz, ile Sebastian chce za to? Gatsho. S15. 400 euro. 400 euro. Это сколько? 400? Да. А этот швед почем? Это не швед. А как не швед? Это не датчанец ничего. Или датский, я не знаю. Это, я думаю, это вообще бельгийцы. У него, видишь, вот этот фламандский лев такой? Нет. Я тебе говорю. Не знаю, сейчас. Давай спросим. Она. For you? I don't know. No? Yeah, не знаю. Не ваша? Yeah, коллеги. Ага. Он сейчас придет. Это чья? Шведская? Вот это бельгийский знак. Знаю. Чекайте. Да. Ну, там что, дорогой, наверное, да? Ну, там немцы супер-супер люфтовые. Смотри, какие ремни вообще, блядь. Да, да, да. Генеральские какие-то. Thank you.
in a look in a... Yes, sure. Is Dax paying it, eh? I think it's very expensive. It is, yeah. It's quite normal for the Dutch, Dutch paying it. It's for the Dutch rifle, the 95 rifle. Я думаю, она его загорла 150. 150 тут 10 тысяч. Сигареты, магнит, но в основном сигареты, табак, бумага, что-то. Слушай, вот это что такое? С Hitlerjugend? Я. А, он дорогой, наверное, будет. Не, он 100 евро. 400. Ну, открой его. Есть там надпись, нет? РЗМ 39. Райд. А надписи нету, да? Надписи нету. И сколько он стоит? 400 евро. 395, да? Ну, там пластин таки, во-во. Он не разработан. И француз. Француз, я. А это сколько? Тоже окопник. 300? 375. Ага. Ну это дорого. Блин, 150, я думаю, он должен стоить. Ну, не знаю.